«Газпромнефть» увеличивает поставки арктической нефти в Европу. Общий накопленный объем экспорта сортов «Арка» и «Новый порт» достиг 30 миллионов тонн. Для наглядности, если разделить весь этот объем по автоцистернам, то их будет 750 тысяч. Они займут расстояние от Калининграда до Владивостока. Нефть, добываемая на месторождениях Приразломная и Новопортовская, пользуется стабильным спросом на европейском рынке. Планируемый в первом полугодии 2019 года объем экспортных отгрузок составит около 5,5 миллионов тонн. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году список покупателей нефти сортов «Арко» и «Новый порт» расширился. Все больше крупных европейских переработчиков заинтересованы в приобретении востребованной арктической нефти. Гарантированная бесперебойная доставка которой обеспечена уникальной логистической схемой и использованием современных цифровых технологий.